Всем огромный привет! Сегодня готовлю почеревок, готовится он очень быстро, всего лишь 15 минут и получается невероятно вкусным. Первым делом нам нужно приготовить рапу. В кастрюлю у меня 2 литра воды. Для начала добавляем 3 столовые ложки соли, полностью ее растворяем и после этого проверяем сырым яйцом. Если яйцо опустилось на дно, значит соли недостаточно. Добавляем еще столовую ложку соли, также ее полностью растворяем и проверяем сырым яйцом. Таким образом добавляем соль до тех пор, пока яйцо не будет плавать. У меня ушло примерно 6 столовых ложек соли. Готовую рапу отправляем на плиту и доводим до кипения. И пока рапа будет закипать, подготовим подчеревок. Его нужно порезать на вот такие вот кусочки. Также подготовим специи, чеснок пропускаем через пресс, добавляем черный перец и по желанию можете добавить красную сладкую паприку. Если вы не очень любите сало, попробуйте точно так же приготовить мясо, будет очень вкусно. Даем почеревку немного остыть и хорошо натираем специями. Почеревок можно убрать в такой контейнер, либо в обычную стеклянную банку. Готовый почеревок убираем в холодильник хотя бы на 2 часа. Конечно же, лучше ему настояться сутки, и тогда попробуйте. Я вас уверяю, вкус вас очень-очень порадует. Попробуйте приготовить, и если вам все понравится, не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, всем пока!